Заурбек, привет! Сейчас покажем тебе необычное видео. Ну, постараемся, по крайней мере. Значит, смотри. По нулям. А теперь покажем, что это за эспандер. Так, эспандер. Сила руков 140. Значит, проведу сейчас калибровку, а потом посмотришь, что мы с ним попробуем сделать. Закрыть, короче. Поехали. Вот он оказался даже немножко сейчас пожестче. То есть после первых прожатий 75 килограмм я ему выдавал. 77, это моих 77, Заурбек. То есть сейчас я его снимаю, плюс 7 килограмм американских и велевесовых калибровок. То есть это где-то 84 килограмма. Фактически это получается слабая четверка. Или очень сильная кок 3,5. Сейчас переведем мы видео на кого-то. Сейчас увидишь. Я отдаю аппарат. Барабанная дробь. Привет, Заурбек. Ну что, попробуем? Да. Поехали. Значит, попробуем закрыть его хотя бы с дипа. 77,2 килограмма. Дип глубокий. Это удержание одной рукой. Можешь двумя закрывать, а вот одной надо удержать. И... Ну, удачи, вот Заурбек.